Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях инопланетянин обыкновенный. При помощи электродов, подключенных к его телу, и компьютера мы сможем определить впечатление пришельца о нас, землянах. Прошу вас, коллега, начинайте исследование.
Thank you.
Знаете, коллега, я как специалист-уфолог могу предполагать, что его космический корабль, приближаясь к Земле, пытался преодолеть гравитационное поле нашей планеты. И вот он сопротивлялся, двигатели работали на всю катушку. Но в итоге он не выдержал этого гравитационного поля. И как? Что шандарахнется? И все. И вдребезги. Катастрофа. Ну вот. Опять не врозь. Согласен. О, а это что за знак? А? Извини, крошка, сейчас не могу. В другой раз. Опаздываю, понимаешь? Так что... В чем дело? Нет! Доктор, оставьте меня, я порву! Да что вы себе позволяете? Уберите свои ноги куда-нибудь! Совсем крыша съехала! Сзади, что ли? Мусор какой-то. Катастрофы и не было. Может, астронавты пытались преодолеть земное притяжение и, чтобы избавиться от балласта, взяли и выбросили этого пассажира. О. Что это? А, ну конечно. Вот его авиабилет, страховой полис, паспорт. А, конкурсы финансовые. Приехали. Yeah!
Пи-пи-пи.